Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy Tab S8 Ultra перейти в безопасный режим. Для начала нам нужно наш телефон выключить. Точнее, не выключить, а перейти в это меню выключения. И затем зажать палец на кнопке выключения. И нам предлагают переход в безопасный режим. И после этого планшет будет перезапущен в безопасном режиме. Как вы можете заметить, надпись внизу гласит «Безопасный режим», что является подтверждением тому, что мы находимся в безопасном режиме. Если же хотите выйти из данного режима, просто перезапускаем наш планшет, и он будет перезапущен в нормальном режиме. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!